Привет. Рубанем. Давай вот так. Давай. Давай. Мне только один раз достался, знаете, приятный доставщик пиццы, который... А вы откуда тебе эта доставка пиццы? Вы что-то тебе сделать, мой господин? Не могли бы выйти на улицу, мне с мусора и вот не думаю, твои мои хлопы, бог с тобой, бог с... И мы же не удивляемся, да, уже такому сервису в России. Вот мы это принимаем и ничему не удивляемся. Я недавно смотрел программу ревизора, там Лена Летучая сфотографировала таракана на кухне в кафе, показывает всем посетителям, там никто не удивился, говорит, ну, видать, крючотик. Там никто... Мужику одному показывает, скажите, что вы думаете на этот счет? Он говорит, я хотел бы передать привет всей Кемеровской школе номер 17. Буква Б, Борис, не девушка, говорит. И поэтому даже когда вот мы заселяемся, казалось бы, в пятизвездочный отель в Сочи, и там нет горячей воды, ну мы не удивляемся, да, мы не устраиваем скандал, да. Вот в Испании мы бы уже закатили скандал, да, мы бы уже извинились. За такие деньги я могла бы летать не здесь, как все, а в Туапсе. И я, вы знаете, очень боюсь вот наших женщин, таких за 50, да, которые всегда извиняются, прежде чем вцепиться в горло тебе, да? Потому что извините, это не крайняя степень возмущения. Если она уже дошла до извините, значит, до этого было грация, схренасился. Извините. И слава богу, знаете, всегда с ней рядом есть ее муж-губнёж, который всегда говорит, ну не надо, ну как вы, ну не надо вообще, ну вы меня извините. И знаете, он за 30 лет брака настолько привык перед ней бубнить, что если она его так ножом пырнёт, у него будет там, ай, врача, помогите, он скажет, Лен, ну не кипятись, ну будешь теперь нож стирать, ну куда. Вот у моего друга есть такая вот один в один жена, она его постоянно пилит за всё, недавно она его пилила за то, что он игроман, играет в компьютерные игры. И сейчас это большая проблема, да, для многих жен, что их мужья игроманы, вот эти танчики и так далее. Но я бы радовался на месте жен, что вот у их мужей есть игромания. Потому что, знаете, вот когда вы уедете к маме на выходные с ребенком, он не вызовет проституток. Они устроят турнир по детей с пацанами, понимаете, сборными, ну, 5 звёзд, которые, да. Вот он вызовет проституток только тогда, когда вот их трое, а для турнира нужно минимум 4. Да? Вот тогда, ну, сам Господь благоволит, да. Когда потом он приехал обратно, говорит, ну что, Анжелка, как ленту съездил, да капец, мне крылья советов отодрали. Я думал, уже, я вот, допустим, всю жизнь был игроманом, и моя юность, я могу это честно сказать, проходила не под музыку скутера там или продежа, моя юность проходила под ваши глаза атакованы. Поздравляю, вы достигли новой стадии геморроя. И просто, понимаете, вот в той, с точки зрения музыки, в игре же все делается, чтобы ты играл там как можно дольше, если у тебя получается, да? То есть, если вы проходили уровень, помните, через вас... Играют фанфары, да, тебе говорят, кью, выйди, ты, играешь дальше, да? Но с другой стороны, да, когда вот ты проигрываешь, ты не хочешь играть дальше, да? Тебе же таким говном мешают, да? Тебе же максимально дурацкие джины вот эти... Да, как у Грачевского, да, сади называется за требушком, да? Ты говоришь, ю, плюс, так жестко, да, плюс. Никто не пытается немножко приободрить, да, типа, ю, плюс, платный давай, найс, джеки, ты, ну ладно, играем дальше, ладно, играем дальше. Вот хуже было, если тебе это Мигель Станцов говорил, да? Когда ты даже еще не проиграл, не выиграл, но уже на 5-й секунде появляется лицо Мигеля, и мне не нравится. Мне не нравится. Мне не нравится. Я на самом деле думаю, что я вот всю жизнь жесткий игроман, вплоть до того момента, как в этом году я не посетил выставку компьютерных игр Игромания 2016 Крокус Экспо. Ребята, я понял, что я, ну, я по сравнению с этими монахами, я просто, я флорист, я вообще не имею права называться. Там были такие, это просто был не Крокус Экспо, а просто цитадель девственности, просто центральный департамент полюции.
Так, 2:13 по времени выиграл. Понятный ход. Да, попробуем. Обменяется, не обменяется. Ферзя. Долго думает. Ходи. Сырная классика.
Насладитесь богатой соломой Хьюсон. Найдите на дне упаковки изображение ключика и выиграйте в честь 90-летия Хокланд гастрономическое путешествие в Германию и много других гарантированных призов. Вкусный момент. Интересно. Эта встреча определила их путь. Этот автомобиль изменил их мир. Он ценит Lexus ES за чувство безопасности. Она за безупречную атмосферу в каждом вдохе. Седан бизнес-класса Lexus ES открывает для них обоих новое качество жизни, наполненный изысканным комфортом современной роскоши. Lexus ES – ваш качественно новый фильм. Только в марте Lexus ES с выгодой по трейдин 200 тысяч рублей. Интересная партия. Ой, плохой ход, наверное. Давай, давай попробуем шах. Давай шах. Интересно. Прет сейчас жара в хату. Так, что там по времени? 3 минуты. Давай вот так вот. Шах. Ох, ничего себе. Интересно. Ну давай, ладно, поменяемся, раз начали. Ну вот, это мы заберем здесь чуть-чуть. Раз, два, три. В принципе. Ну давай вот так. Давай сюда.
Ох, нихера себе. Клевая позиция, такой больше не найти. Ой, нашел ход хороший. Так, 1.46. В принципе, по времени одинаково. Матом пахнет. Да. Ну. Я думаю, двух партий будет достаточно.